Ребята, привет! Продолжаю сборку. Вот я в предыдущем видео сделал вот эту вот кареточку, ось X. Но вот поставил двигатель, а эти не затянул, ремень не затянул. То есть надо было один конец хотя бы затянуть, вот, и потом уже крепить двигатель. Ну вот не знаю, сейчас, наверное, может вот эту откручу. Опять же не подлезть тут. В общем, буду сейчас, наверное, как-то выкручиваться. Еще, конечно, много остается. Надо было вот на этот побольше. Ну что ж, опять я ошибся. Были у меня, конечно, сомнения, почему вот на этой части вот сделаны ребрышки такие. Но вот оказывается, все-таки ремень надо было ставить вверх ногами, скажем так. Поэтому опять в очередной раз снимать двигатель. Такая вот штука получается. В натянутом положении ремень касается двигателя. Что-то мне подскажет, что так быть не должно. Ну что ж, придется переворачивать, значит. Если поставить строго вертикально, может и не будет касаться.
здесь уже видно, что не будет двигатель цепляться, но упирается уже вот сюда. Так, а что если нам развернуть эту конструкцию вот так вот? Вот так вот уже мне нравится больше. Здесь уже запас все-таки побольше. Здесь ремню ничего не мешает. Единственное, здесь надо кончик, наверное, подрезать. Вот этот вот. Чтобы оно подальше заезжало. Но тогда нагрузка вся будет ложиться на вот этот подшипник один. Это опять же не есть хорошо. Поэтому все-таки я сделаю вот так вот. Если области не будет хватать, то уже вот как раз буду расширять за счет длины вот этих всех шпилек. Каретка для икса вот так вот бегает. Осталось поджать хомутиками саму каретку. Из запчастей осталось 5 подшипничков. Две шестерни, которые я поставил металлические. И три вот такие детали. Это для крепления концевиков. То есть вот я приобрету концевики себе. И потом их поставлю, установлю. Того, чтобы каретка знала, где останавливаться.